Григорий, я вам обязательно позвоню, я подумаю, что можно сделать, я вам позвоню в отель, оставлю наш номер. Меня не пустили в квартиру к Гоголю, но я договорился с женщиной, что 13 числа она попробует что-нибудь придумать. У них там какая-то ассоциация сейчас, они не пускают никого. Но вот, собственно, дом Николая Васильевича, ради которого я, можно сказать, сюда и приехал. Здесь он жил, писал «Мертвые души» и гулял по этой улочке, наверняка вечерами.